На астраханских водоемах пробили 25 тысяч лунок для спасения рыбы, сообщают РИА Новости. Зимой из-за толстого сплошного ледяного покрова на озерах и водоемах с медленным течением рыба гибнет в больших количествах. На некоторых мелководных озерах региона толщина льда составляет порядка 40 сантиметров, в то время как глубина самого озера не превышает и полуметра. Чтобы спасти водную фауну от гибели из-за недостатка кислорода, на неблагополучных в экологическом плане водоемах Астраханской области пробивают лунки, сообщает Волгокаспийское управление Росрыболовства. Специалисты бурят по 10-12 лунок на каждый гектар с помощью ледобуров. Затем в лунки помещаются пучки камыша и рогоза, которые пропускают воздух и не дают замерзнуть лункам.